два слова скажите. Замечательный праздник проводится в Федерации ветеранов. Спасибо ей. Представься, да. Слав Легин. Очень известный человек, особенно в востоковедческих кругах. Скажи, пожалуйста, вот почему наши борцы по дзюдо заняли столько призовых мест на последнем прошедшем Олимпиаде? Ну, я думаю, что это была спланированная программа подготовки. Учитывая ошибки в прошлых турнирах, в прошлых результатах, это была спланированная именно подготовка, олимпийский цикл, который был пройден блестяще. У нас планы часто не совпадают с реальными. Какие вот точки опоры и точки роста помогли занять такой высокий результат? Ну, я думаю, что, во-первых, отбор спортсменов, отбор тренеров и, безусловно, это использование наивысших достижений отечественной науки о спорте. А по критериям, по рейтингам, уже наша сборная никогда там так высоко не поднималась, по критериям, по рейтингам, вдруг такой взлет? А, у меня есть подозрение, что была поставлена конкретная задача, известная нам всем лицами, и она была успешно выполнена. Сейчас вводится в дзюдо новые правила, а именно запрет первой атаки прохода в ноги и, возможно, будет запрет срыва двумя руками захвата. Как вы оцениваете эти нововведения? Мне это не очень нравится. Большому количеству людей это не очень нравится. Да. К чему, на ваш взгляд, это может привести? Мне кажется, что это будет менее интересно для спортсменов и, возможно, это будет менее интересно для телевизионщиков. А кому тогда интересны такие правила? Организаторам, по всей видимости. Еще, если что-то где-то убывает, то где-то что-то прибывает. А по всей видимости, это будет прибывать интерес к самбо. Как вы согласны с этим, либо не согласны? Я с этим согласен. В частности, значит, поскольку я постоянно сейчас нахожусь в Китае, я в 2010 году участвовал уже в организации «Спорт-аккорд», делал презентацию самбо в Пекине. Это было сделано, конечно, на высочайшем уровне. Вот. Мы там общались с Владимиром Шестаковым. Там были оба брата Емельяненко. Значит, и поскольку я сидел на трибунах, значит, я участвовал в объяснении китайским товарищам особенности правил борьбы самбо от боевого самбо. Вот. И китайцы проявили большой интерес. Как бы, вот. И я знаю, что сейчас в некоторых городах Китая идет подготовка на Универсиаду в Казани. На спартакиаду в Казани. Так, спартакиаду. Вот. Скажи, пожалуйста, создание студенческих центров спортивных, особенно специализированных по борьбе, сможет развить дальше самбо и дзюдо в России? Думаю, безусловно. То, что во многих странах мира именно студенческий спорт, это такой локомотив прогресса, это будет очень правильно. А объединение вот науки со спортом, это помогает либо мешает? Я думаю, что это тоже необходимый компонент. Без этого это будут такие, так сказать, стихийные толчки и прыжки. Если это будет именно на научном базисе, то у нас все будет хорошо. Все, спасибо большое. Не за что. Победа Дмитрия Басягина в Санкт-Петербурге. Татами 1 приглашается. Возрастная группа 30-39 лет. Весовая категория до 66 килограмм. Победу одержал Головин Тимофей. 10-0. Татами 2. Со счетом 10-0 победу одержал Гагин. Приглашен клуб «Альфа». Thank you.
Приготовиться весовая категория до 81 килограмма. Нурмуратов, Полин. Справа делай. Справа вещи. Справа. Направо на балкон. Татами номер два приглашаются Моисиков, Ибрагим, Астрахань, Рахманов Али, Альфа. Готовится весовая категория 90 килограммов. Власов Санкт-Петербург, Стрельценко Дмитрий, Гранштадт. Yeah.
Еще на 5-0 победа одержал Мусатов Кирилл. Тыканин Ландрищенко, утешительная встреча. Приготовиться Семенов Саркисян. Тыканин Михаил, Нарвская застава, Ландрищенко Валерий, Алпии. Татами 1 приглашается Тыканин Михаил, Нарвская застава.
Ладвиченко Валерий. Приготовиться, Саркисян. Приготовиться, Семенов, Саркисян. Thank you.
Алексей, ты фотографируй наших ребят, Со счетом 7-0 побежал Калган. Ладно, ладно, ладно.
Вес 66 килограммов. Схватка за третье место. Сзади глаз готовится в маковке. Лопатка. Дорогие друзья, вот эта вот схватка, посмотрите. Да, Варавайка, чемпион, действующий чемпион мира. Кто среди мастеров? Опа! Замечательно! Мастер спорта международного класса Игорь Варава за 10 секунд. Чистая победа, респект, Игорь! Я думаю, Антон просто несерьезно подошел к этой схватке. Я могу сказать, что Антон победа. Мастер спорта международного поставка. Со счетом 5-0 победа держал Тинькофф.